вот представьте себе, у вас ребенок, вот вы живете в Белгороде, у вас ребенок, вы волнуетесь, ему ехать, хрен знает куда-то. Ничего страшного нет, если значит, ребенок позвонил, папа звонит. Так, давайте мы принимаем решение. Сколько умных людей, но ответьте на вопрос, не умно. Значит, давайте примем решение. Значит, вот что с вами есть. И Смоленск. Сергей Руслан, распишите, ребята, распишите. А это у тебя есть доверенность? Доверенность. Есть. Нет, доверенность. Доверенность от этого. От другого. Это Смоленская. И доверенность. Должно быть. Так, а паспорт, можно больше? Что у вас? Кто вы такой? Я просто вас не знаю, кто вы. Ну, в принципе, знаю. Вы знаете, что я знаю, я знаю, да. Я знаю. Так, и распишите здесь. Здесь, в Смоленске.